высокоблагородию, госпоже Рощиной Екатерине Дмитриевне, полевой штаб добровольческой армии, подполковник Рощин ВП. Как ты думаешь, передать? Нужен ей привет с того света? Не нужен. Как ты можешь, Софочка? Могу. Поплакали сколько нужно, и будет. Каждый день кого-нибудь убивают. Не убивают, так режут на улицах. Что, живым вешаться от всего этого, что ли? Вадим Петрович, Вадим Петрович. Вадим Петрович, Вадим Петрович. На то и война с этими коммунистами. Она женщина молодая, ухоженная, видная, найдет себя. Даша, Даша, моему отчаянию нет границ. Вадим убит. Мне сообщил об этом Валерьян Ануле, корниловец, приехавший из армии. Он был пьян, вел себя ужасно, но не верить нельзя. Зачем было лгать этому человеку? И подполковник Тетькин, хозяин, где я живу, говорит, что, видимо, так и есть. Сейчас я слышала, как он разговаривал с женой, советовался передать ли мне письмо от Вадима. Сам он очень мил, но, видимо, тяготится лишним ртом. А жена его, уже не стесняясь, говорит об этом. Сейчас будут звать ужинать и, наверное, передадут письмо. Как страшно получить письмо от любимого человека и знать, что его уже нет. Вадим ушел от меня, чтобы умереть. Чем мне было удержать его, вернуть, спасти? Что я могу? Прижать его к сердцу изо всей силы? Ведь только. Но он не замечал меня последнее время. Ему в лицо глядела во все глаза революция. Ах, я ничего не понимаю. Нужно ли нам всем жить? Мы, как птицы в урагане, мечемся по России. Зачем? Пусть приходят другие, сильные, лучше. Но то, что происходит вокруг, вся Россия, какой это пылающий очаг, должно же там родиться новое счастье. Я потеряла все. Я не нужна себе, но вот живу, потому что стыдно, не страшно, а стыдно пойти положить голову под паровоз, привязать на крюк веревку. Ужинать, Екатерина Дмитриевна? Екатерина Дмитриевна, утром принесли, не хотел тревожить. Разрешите? Каким числом обозначено? 15 марта. А сейчас май. И все-таки не верю. Не верю, что Вадим Петрович... Верить. Большое вам спасибо. Василий Афанасьевич, очень-очень признательна вам за доброту. И вам, Софья Ивановна. Никогда этого не забуду. Ага, мы вас не отпустим. Куда же вы? Куда же вы поедете? Отпустите. Поеду в Екатеринослав. Там должны быть знакомые. Говорят, весь Петербург там.
Виновные понесут расплату за все, мадам. Так будет у нас в Германии. Так будет во всем мире. Великий суд. Социализмус будет имя судьи. Мадам говорит по-немецки? Да. Вы много страдали и страдаете. Когда человек много страдает, утешением ему служит целесообразность тех причин, из-за которых он страдает. Слишком много причин. Я много изучал историю человечества, мадам. После долгого затишья история нас снова ведет в полосу катастроф. Это мой вывод. Мы присутствуем при гибели великой цивилизации. Однажды арийский мир уже пережил подобное. Это было в 4 веке, когда варвары разрушили Рим. Час этот настал. На месте городов Великого Рима задымились развалины. На дорогах лежали трупы, распятые кольями, раздавленные телегами варваров. Спасения не было. Европа, Малая Азия, Африка пылали от края до края. В какие-нибудь 15 лет от Римской империи не осталось и следа. Великий Рим зарастал травой, среди покинутых дворцов паслись козы. Это был конец мира. Все это я слышал, учил в гимназии. Готы, Остготы, германцы Аляриха. Кажется, прошла вечность. Это не совсем точно. Ночь над Европой опустилась почти на 7 столетий. Я говорил не об этом. Кажется, вечность прошла с тех пор, как я учился в гимназии. Теперь многие проводят параллели тех веков с нашим временем, но это не точно. Рим был разложен идеями христианства. Варвары только разорвали труп Рима. Христианство было только меч, разрушающий и карающий. Но к 20 веку христианство сгнили зубы, у нас и не железные, мадам. Ему мы противопоставляем социалистическую организованность. Современная цивилизация будет переорганизована социализмом. Мадам, не слушает меня? Слушай. Я мешаю вашим мыслям. Вас горе, это написано на вашем лице. У меня убит муж. Ваше горе – это ваше горе. Он воевал против большевиков? Я. Эрварба и Корнилов. Да, он был корниловцем. Это была его ошибка. Ошибка многих. Нас заставляют воевать с большевиками. Ого, вы думаете, мы не понимаем, кто толкает нашу руку и против кого? О, боже мой. О, боже мой, все понимают, и никто не сочувствует. Горе – это участь миллионов женщин в наше время, но пусть горе придаст вам твердость. Для чего? Зачем мне эта твердость? Разве я хочу дальше жить? Нет, вы хотите жить. В жизни нет более значительного, чем воля к жизни. Мне бы не хотелось потерять вас из мира, как перелетную птицу. Куда бы я смог написать вам? Екатеринослав. До востребования. Постлагерн. Екатерине Дмитриевне Рощиной. Шрайбензяух.
Напишите? Непременно. Садись. Подумать, только совсем пустое купе. Да. Не иначе господин немец сидел. По дороге набьется, яблоку упасть негде. Вадим, прошу тебя, подумай еще раз. Мне здесь нечего делать. Разве что на паях варить гуталин, Тетькин, Рощин и компания. Ты подумал обо мне? Что делать мне? Женщины приспосабливаются к любым обстоятельствам. Особый вид мимикрии. Да, конечно. Лучшего я не заслуживаю. Только, пожалуйста, без сцен. Победим, и я вернусь. Если не убьют. Я не помню, где, когда, кто убит. Может быть, это ошибка. Может быть, он жив. Кто? Подполковник Рощин, ваш однополчанин. Убит. Успокойтесь, деточка. Я сам видел, как его ели мухи. Предлагаю выпить. За благополучный конец его существования. Во счастье, что он погиб в бою, но не был расстрелян в сортире, как большевистский шпион. Я пью, мадам. И готов заступить на его место ваших ног. Честь имею, Валерьяна Нолли. Убит вместе с генералом Марковым, снарядом, Шаблеевкой. Я вам гарантирую. Самый скверный район, я уж вам говорю. Вон, полюбуйтесь. Кто же это такие? Господи! Может, махновцы? А то батька ангел. А у них еще батька архангел есть. И потом это Маруся, атаманша. Господи. Да, в природе это у нас бандитизм. Сволочь народ! Всю русскую литературу поджечь всенародно. Показали на всю Россию честного человека, может быть, одного. Граждане, граждане, спать пора. Потушили бы свечку. Кто это сказал потушить свечку? А, свечку, а самому по чемоданам лазит. Вот найти бы его, кто это сказал. Да с площадки под откос. На прошлой неделе я ехал. Так у одной дамы два узла махновцы крючьями вытащили. Встанут вам махновцы и за двух узлов мараться. Они, господа, на ходу отцепляют задние вагоны и угоняют самотеком. А то вдруг на полном ходу открываются двери, и, пожалуйте, бородатые дяди с топорами, обрезами. Ой, кому повезет, оставляет, в чем мать родила. А не повезет, лучше не говорить. Так не говорите, зачем на ночь каркать? Господин, любят нас непременно каркать. Ну что, мы стоим здесь? Скоро тронемся. Не спешите. Все там будем. Я больше не знаю, кто чужой в этом городе. Мы или они. Я никогда не думал об этом раньше. Когда я ехал сюда, я знал, что я русский. Здесь я чужой. Не понимаю. Не понимаю. Я понимаю только одно. Ослепительная живая точка в этом хаосе – это ваше сердце, Катя. Нам с вами разлучаться нельзя. Я не смела вам этого сказать. Но где уж нам разлучаться, друг мой? Ули!
Уличная жизнь процветает. Я вам говорю, на прошлой станции немецкая охрана-то слезла. Это как же так? Они должны охранять проезжую публику. Утром встаю. Охранять. Городе а немцам на нас, извините, высочайшее наплевать. Я вот жене на день рождения две иголки подарил. И шпульку ниток. Раньше дарил серьги с бриллиантами. Тише, тише! А то услышишь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Да откройте ее, а то хуже будет. А ну, собирай вещи, выходи в поле! Мишка, крой буржую гранатой. А ну, живее, шевелись! А ты чего? Ну! Я вам официально заявляю, ебось, граждане пассажиры, вы находитесь под охраной армии Васи Махно. Расстреливаем только офицеров, а также гражданников и спекулянтов народного достояния. Веселей, граждане, веселей! Собирайся в колонну по четыре с мелкими вещами все! Ну, ну давай! Я могу дать честное слово, что среди нас вышеупомянутых лиц нет. Граждане, которые с детьми, оставайтесь беспрепятственно! Граждане, товарищи, остальным разрешите дальше ехать. Куда ехать? На чем? А когда ж машинист приканул в степь, теперь верт за 10 чем. Не торопись. Шагай со мной, мне строя. Ну, хлопцы, давай гони до села! Кто такая, откуда? Не желаете, значит, дамочка, унижать себя разговорами? Куда нас ведут? В село, в штаб полка. Проверят документы, спросят. Кое-кого носом в землю. Некоторых отпустят. Ну, вам-то, как молодой женщине, нечего бояться. Кроме того, я с вами. Вас-то я вижу, нужно бояться больше всего. Сука. А я вот знаю, кто вы. Из офицерского сословия? Да. Муж, конечно, в белых бандах. Да, мой муж убит. Не поручусь, что не моя пуля его шлепнула. Ну, а теперь скажи, кто я. Ну! Бандит. Ну, вот и познакомились. Мишка Соломин, дезертир Красной Армии. Скорее всего, бандит по своей сущности. В этом вы не ошиблись. Отстаешь, сволочь! Стрелять буду, ну! Ну, куда ему бежать, дураку? По видимости, оправиться хотел. Ну и влипли ж мы в переплет под станицей Уманской. От нашего варнавского полка пух остался. Комиссара Соколовского убили. Командир Сапожков ушел с кучкой бойцов, все изранены. А вот я дернул через германский фронт сюда, к батьке. Тут веселее. Партизане мы, дамочка, а не бандиты. Командиров выбираем сами, сами и скидываем. Взял нога на готово. Один есть над нами. Батька Махно. Поезда это не грабеж, а наше интендантство. Все добро в штаб. Мы армии народные, значит, сами народ. Помещики и так далее вырезаем. Стражники, гетманские офицеры, лучше не попадайся. Мать вашу! С
Своих не узнаешь! Ну-ка! Они в штаб для точной проверки! А ты куда? Куда, куда? Ну куда Киногору? Вы с другими не ходите, я вас устрою отдельно. Ты все место ищешь. Ладно, не вякай. Поехали. Поехали. Где теперь этих немцев искать? А чего их шукать? Вон и сами тебя найдут. Ты слыхал, что батька сказал? Слыхал, слыхал. Полечу, слыхай команду. Да полабонь ты меня, а? Мать твою. Что, пошел? Я-то пойду. Покинь из башку. Тебе уши на кулак намотаю. Все в заботах. Все в заботах, Нестор Иванович. А я чаял, обедать останешься. Вчера тёлку резали, будто как знал, что ты заедешь. Не мешай, некогда. Ага. Так как же, Нестор Иванович, значит, бой не собираетесь делать у нас в селе? Как придется. Ага, ну да, но, конечно, дело военное. Ну, я о том, вот, если бой будете принимать, так надо бы о скотине. Может, на хутора ее угнать. Так как же, Нестор Иванович, сумлеваться нам или не сумлеваться насчет боя? Тихо. Тава! Проститутка? Если сифилис расстреляю. Ну! Русский говорит, умеешь? Больна, здорова! Я пленная. Чего умеешь?
Маникюр знаешь? Инструмент дадим. Хорошо. Разврат в армии не заводить, поняла? После боя вернусь, почистишь мне ногти. Ты бы юбку еще выше головы задрала, бесстыдница. Подумай, залапали. Не ты первая. Кто он? Да ты не бойся, скажи, Александра. Ты его проклятого и знать не знаю. Не наш в очках. Слышь ты, в очках. Значит, этот анархист. Племянница Александра послал на гумно за соломой. Вернулась поутру, вся ободранная. Пьяный револьвером грозил, что я могла? Молчать! Выйти отсюда! Молочка покушайте. Спасибо. Что ты будешь делать, а? Рады мы, что ли, этих разбойников кормить? Или, скажем, эти вот наряды на лошадей, под тачанки? Они на этих лошадях по 80 верст скачут. А лошадь тебе это не машина. К ней надо с любовью. У нас теперь весь он скот-то калеченный. Скажите, а кто сейчас со мной разговаривал? Кто разговаривал? Махно? Самый главный ихний дьявол. Кто разговаривал? Я человек не злой. Выбирайтесь вы отсюда, если собой как женщиной дорожите. Куда? Спасибо. Надежда! Надежда! Кого привезли? Возвращаются. Герой. Везете, ребята? А Мишку Соломина? Ну как вы, ребят, победа, нет? Победой, с победой. Германцев чистую искрошили, дед. Ой, да что с ним? Раненый, не видишь? Давай его сюда. Легче с ним. Он все одно без памяти. Батюшки! Катерина Дмитриевна! А ну, Митрофан, принимай героя! Как же вы к нам? В какой хате? В этой? У Митрофана? Помогите нам! Мишка, черт, пол головы шрапнелью разнесло. Во как воюем. Ну, пошли, а то нам еще троих развозить надо. Ага. Алексей, он, кажется, очухался. Щипцы. Ой, нет, сломались. Тьфу ты. А,
Во как воюем. По-мужицки. Ну как, жив будешь? Парень горячий, отлежит. Алеша, побереги ее. Знаю. Я над ней дурной хотел. Зря погиб Вадим Петрович. Хороший был человек. Не послушались вы меня тогда в вагоне. Справедливый был человек. Что делать, Алексей Иванович? Жить-то ведь нужно. Что делать? Самый господский вопрос. Образованные женщины, красавицы. А спрашиваете у мужика, что делать? Да в городе дел много. Можно в кабак, петь, танцевать. Можно кокотки. Охотники найдутся. Можно в канцелярию, на машинке. Не пропадете. Что ж, и на том спасибо. Конечно, глупо в такое время просить совета. Но разве моя вина в том, что меня гонят, как сухой лист по земле? Что мне любить? Чем дорожить? Не научили меня, так и не спрашивайте. Вадим Петрович ушел в Белую армию против моей воли. Уходя, он кинул мне упрек в том, что у меня нет ненависти. Да, я в сторонке. И в этом вся моя мука. Драма. Это правильно. У нас просто. Брат убил меня во дворе германцы, хату подожгли и ушли. Куда? А к атаману. И жалко вас, городских, безземельный, безлошадный. А теперь вот и капиталу нету. Так за кого вам теперь стоять? За мужиков. Мы, крестьянство, против немцев, против белых, против коммунистов, но за сельские вольные советы. Эх, Катерина Дмитриевна, вам бы не меня, вам бы наших анархистов послушать. Ну вот, беда с ними. Ерники неукротимые, алкоголики. Нет, пожалуй, вам с ними не стоит. Пустяки. То есть как это пустяки? Не маленькая, ко мне с этим не сунешься. Это вы хорошо говорите. И все-таки, Алексей Иванович, что бы я могла у вас сделать, как вы думаете? Можно по просветительской части. Батька, говорят, свою газету хочет завести. Батька Махно приказал мне вечером прийти ему ногти чистить. Что? Ногти? Что вы ему ответили? Ответила, что я пленная. Ну уж нет. Ногти чистить. Вот что. Сведу-ка я вас с невесткой, братниной женой, Матрёной. Мы вас в семью примем. Вот так. Катерина Дмитриевна! Пошел!
Получай! Ты что задумал? Думаю, пора нам домой подаваться, Мотря. А то сегодня Махно, завтра Махно, сегодня бой, завтра бой. Все может случиться. А себя жалко. Давно? Ну, давно, недавно. Да и тебе. Надо думать, разбойная жизнь надоела. Пора. Пора отбиваться от стаи, хищница. Втроем подаваться будем. Все я вижу. Что это? Как ты с Катерины глаз не сводишь? Ну, мои дела. Не пара на тебе, сам знаешь. Что я знаю, ты не знаешь. Это тебе не тюк мануфактуры. Эта рыбка дороже всего стоит. Руки застудите. Руки-то чай целовали вам в прежние времена. Говорю, руки-то смажьте. У меня в телеге подсолнечное масло, склянки. Сывкины живете. Ну что ж, пойдем кашу варить. Вот вы два раза замужем были, а чего ж детей нет? Первый муж не изъявлял желания, а я глупая была. Покойный Вадим Петрович тоже не хотел? Давно хочу спросить. Практика у вас большая. Как-то у вас сладкие дела-то начинались? Ну, мужья, женихи, ручки вам целовали, разговоры вокруг да около. Так, что ли? Вот и встретились на тесной дорожке, Катерина Дмитриевна. Вы из господских верхов, я с мужицкой печи. Но вам-то назад возврата нет. Аминь. Меняйте веру. Алексей Иванович, чем я вас обидел? А ничем. Вас хочу обидеть, а слов не хватает. Мужик. Дурак. Ох, и дурак же я, мать твою. Вижу, вижу, только и ждете задать стрекача за границу. Самое место для вас. Как вам не стыдно, Алексей Иванович, так меня обвинять? Разве я что-нибудь сделала? Я обязана вам жизнью, никогда этого не забуду. Забудете. Вы видели, как Матрена людей боится? Я тоже людям не верю. С 14-го года в крови купаюсь. Человек нынче зверем стал. Может быть, он и раньше был, только мы этого не знали. Каждый из-под каждого только и ждет днище вышибить. И я тоже зверь. Не видите, что ли? Их вы, пташка сизокрылая. А я хочу
чтоб мои дети в каменном доме жили. По-французски получше вашего говорили. Пардон. Мерси. Кончай разговор, Алексей. Коней поил? Любит он тебя. Сколько девок ему не сватал, не хочет. Уж не знаю, как у вас выйдет. А может и выйдет. Приедем домой во Владимирское, Алешка дом поставит. Денег хватит, еще останется. И заживете. Не мужицкое это дело носиться на тачанках с пулеметами. Мужицкое дело думать вокруг земли, работать. Правильно Господь надоумил Алешку вовремя от Махны уйти. Заживете, как люди. Не веришь моим словам? Хотела бы поверить. Вот все и началось, Екатерина Дмитриевна. С ентого самого топорика. Им-то, брат, и зарубил германцы. Ну ладно, давай распрягать, Матрен. Что ж, обоснуемся пока вон в ентой хате вдовы Настасьи. Небось, не откажет погорельц. Чтоб близ Погорелого. А все-таки дома. Не находите, сударыня, что красота непозволительна, недопустима? Пусть эта мысль не покажется вам странной. Я инженер, мой отец очень богат. Я работаю в крупных предприятиях. Мне приходится иметь дело с сотнями тысяч людей. Я вижу и знаю многое, что вам неизвестно. Мы живем, к несчастью, на стыке двух веков. Один закатывается великолепный и пышный, другой рождается в скрежете машин, однообразие конвейера и стандартных фабричных улиц. Имя этому веку – масса. Здесь иные законы, иной счет времени, иная правда. Вы, сударыня, последний старый век. Вот почему мне так грустно глядеть на ваше лицо. Оно не нужно новому веку. Как все бесполезное, неповторяемое, способное возбуждать отмирающие чувства. Поэзия, любовь, самопожертвование, слезы счастья. Красота. К чему? Это тревожно. Меня не покидает мысль, что все мы на грани перед катастрофой, перед взрывом старого века. Да, сударыня. Да. Взрывом, который поглотит мир, города, меня, вас. Ваше очарование. День ангела-то ваш когда, Екатерина Дмитриевна? 24 ноября. Что?
тело тебе надо войти. Что? Костяшки видны. Ну ничего, я тебя лепешками откормлю. Наш староста, прошу любить и жаловать. Приятному обществу мое почтение. Пожалуйста. Спасибо. Присаживайтесь. Вот. Афанасий Афанасьевич, именинница, будьте знакомы, моя невеста, прошу любить и жаловать. Будем любить, будем жаловать. Женщины ласку не любят. Офицерская вдова. Я у ее покойного мужа ординарцем служил. Видишь ты. Волчин, я служил ординарцем у генерала. Кобелева, под плевной. Под ядра пули пошла. Город, Балтика. Афонька. Кахи. Любил он меня. Ваша невеста. Из благородного звания? Выше некуда. Выпьем за здоровье невесты. Горьким за сладкое. Афанасий Афанасьевич, ведь завтра сыграем свадьбу. Ну разве могу я ввести молодую жену в этакую конуру? Это верно. Вести некуда. Я про тот флигелек на горке. Без толку он стоит на отшибе. Случай ему только не сохранит. Кому он нужен, а? Ждете, что князь вернется, да вас отблагодарит. Да, есть такое соображение. Черт сюда скорее вернется, чем помещик. Ну ладно. Этот флигелек я у общества покупаю. Покупаю. Я человек нетерпеливый. Да что там? Ради такой встречи. Матрена, достань. У меня под подушкой в тряпице одна вещь завернута. Достань, достань. Не жалей. Жальче жизни ничего нет. Носите на здоровье, Афанасий Афанасьевич. Ты что? Взятку мне даешь. Не обижайте, Афанасий Афанасьевич. От души дарим. Ведь в них то дорого, что сбой. И че по утрам петухов слушать? Вот эту к
кнопку нажал и бьют. Ой, красота! Ну, если только моих бабенок будить. Ну, Васильки, теперь-то они не проспят у меня. Это крепка. Или не пил я давно. Матрён, пошла б ты на скотину взглянуть. Нет, ты погляди. Сидит. Глаза опустила. Ни рыб, ни мяса. Русалка. А того не понимает, что дети малые, и те в нее пальцем тычут. Алексей на вазу привез, в карты у Махны выиграл. Это ей ничего. Дурак пьяный, не слушай. А мне чего? Пусть теперь все знают. Моя невеста. Мы теперь знаем, с какого конца за жизнь хвататься. На угольках будем дом ставить. Первый – деревянный, второй – каменный, а третий – под золотой крышей. Напрасно. Напрасно ведете со мной такую политику, Катерина Дмитриевна. Силы не удерживаю. Не мил, поган. Идите на все четыре стороны. Невеста. От нынешнего моего жениховства удовольствия ждать не приходится. Нам давно нужно было поговорить, Алексей Иванович. Я считаю вас хорошим человеком. За время нашей походной жизни я видела от вас только постоянную доброту. Что вы объявили сегодня? Чему же тут удивляться? Я давно этого ждала. Алексей Иванович, здесь по приезде что-то случилось. Вы здесь другой человек. 30 лет был один. А теперь другой. Алексей Иванович. Моя жизнь была как сон без пробуждения. Я была бесполезное домашнее животное. Да, меня любили. Немножко отвращения, немножко отчаяния. Когда началась война, это было пробуждение. Смерть, разрушение, страдания, беженцы, голод. Бесполезным домашним животным оставалось, поскулив, умереть.
так бы случилось. Меня спас Вадим. Он говорил, и я верила, что наша любовь – это весь смысл жизни. А он искал только мщение, уничтожение. Вадим погиб. Тогда меня подобрали вы. Подобрал? Кошка вы, что ли? Была, Алексей Иванович. А теперь не хочу. Была не доброй, не злой, не русской, не иностранкой. Русалкой. С вами я увидела много тяжелого, страшного. Выдержала, не пискнула. Помню, под вечер распрягали телеги. Около кипящего котла после боя собирались разгоряченные, шумные люди. Матрён, смотри-ка. Помнит? Это знаешь, что она вспоминает? Бой с германцами под верхними хуторами. Помню, как вы соскочили с тачанки. К вам было страшно подойти. Как это объяснить, не знаю. Во всем этом было, может быть, ужасное. Но что-то большое, сильное. Когда вы приехали сюда, точно вернулись с праздника. Сегодня вы огласили меня невестой. Огласили обдуманно. Вот и все кончилось. Дальше, ну что ж, рожать? Строите дом. Скоро будете зажиточным. Потом богатым. Все это я знала. Все это осталось по ту сторону. Было в Москве. Было в Петербурге. Было в Париже. Теперь сызнова начинается в селе Владимирском. Глупая вы очень, Катерина Дмитриевна. Такая у вас путаница. Вроде брата Семена, что ли. Хотите в кровях умываться? Вы меня удивили этим разговором. Нет, никуда не отпущу я вас. Thank you.
Слушай, Алексей. Мужики сказывают, красные кии взяли. Скоро здесь будут. Красные-то красные. Я мужик. Была б земля. И прекрасных проживем. Припомнят они тебе, на какие деньги дом строишь. Сначала нужно понять. И только тогда, если ты уверен, если ты настолько уверен, что можешь взять это на свою совесть, тогда иди, убивай. Катя, я прошу тебя замолчать. Да нет. Вадим, я говорю так, потому что безумно тебя люблю. Ты не должен стать убийцей. Не должен. Ненавижу. Черту с вашей любовью! Найдите себе большевичка, жида! Черту! Ну, как же будем разговаривать? Хлеб есть? Откуда у меня хлеб? Осень не пахал, не сеял. А куда лошадей угнал? По хуторам рассовал, по знакомым. Деньги где спрятаны? Какие деньги, товарищ Яков? Награбленные. Некрасиво будет, получается. Ну, налог, понятно, налог. А это что ж? Хватай за горло, скидывай рубашку. Рубашка, надо думать, тоже не последняя. Все наживное. В такое время не наживают, в такое время грабят. В ЧК придется отправить. Так я же не отказываюсь. Надо, так надо. Деньги принесу. Могу идти. Пока иди. Чего задумал, Алексей? Молчи. Пойдешь в комитет, отдашь келинки, скажешь, других у нас не было. Часы, цепочки, брось колодец. Мануфактуру положи в тачанку и пороши сено. Ночью возьмешь лошадей, отвезешь все на Дементьев хутор. Там ждать буду. А ты куда?
Не знаю. Скоро не вернусь. Быстро, комитет! Быстро! Одевайтесь-ка потеплее, Екатерина Дмитриевна. Шубку меховую, чулочки шерстяные, да вниз все теплое. Да быстренько, времени у нас обрез. Никуда я с вами не поеду. Это ваш ответ? Другого ответа нет? Я не поеду. Одну я тебя не оставлю, не надейся. Не для того сладко кормлена сучка, чтоб тебя другой покрывал. Барынька сахарная. Ах ты! Я еще до твоей кожи не добирался. Застонешь, животное! Как выверну руки, ноги. Идут. Беги быстрее. Прикройся как-нибудь, смотреть на тебя стыдно. Ну что, есть кто живой? В подполе есть чем посветить, хозяйка? А там свети, не свети, все одно пусто. Что было, отдали. Так уж и все. А с чего ведь хозяина? Из дома бежать? А мой хозяин у большевиков с белыми воюет. Алексей сам по себе. С меня за него не спрашивайте. Так-так. Вашего мужа или как он вам там приходится, мы расстреляем. Он мне не муж, никто. Я прошу вас, дайте мне возможность уехать отсюда. Я хочу в Москву. Я хочу в Москву. А я хочу спасти вас от расстрела. Я ваша учительница. Меня зовут... Екатерина Дмитриевна! Да, меня зовут Екатерина Дмитриевна Рощина.
Я научу вас писать, читать, выучу счету. Мы будем с вами заниматься историей и географией. Но прежде всего мы с вами будем учиться читать. Сначала вы будете читать буквы. А, Б, В. Потом эти буквы сольются в слова. А слова в строчки. И вот настанет тот день, когда строчки станут пропадать у вас на глазах. И вместо них вы увидите синее море и бегущую на берег волну. И даже услышите, как эта волна разобьется о берег. И выйдут из морской пены 40 богатырей. Веселые и бородатые, в железных кольчугах и шлемах. А вместе с ними дядька Черномор.